Безопасность детей превыше всего, поэтому выездная комиссия из представителей администрации Щелковского района, комитета по образованию, правоохранительных органов МЧС и Роспотребнадзора отправилась проверять, в каких условиях отдыхают мальчишки и девчонки в лагерях Щелковского района. Проверка лагерей после трагедии, которая произошла в Карелии. Особое внимание уделено контролю за детьми, камеры, безопасность, действий ЧОПа. Ну, параллельно мы проверяли, конечно, документы и плюс пищевые блоки и само содержание самих детей. Проверка лагерей проходила в соответствии с поручениями федерального и регионального правительства, а также администрации района. Представители комиссии осмотрели три лагеря – «Лесную сказку», лагерь имени Юрия Гагарина «МИД России» и «Юнармеец». В первом отдыхают порядка 150 детей, во втором – около 600, в третьем – 270. Особый акцент был сделан на системе безопасности. Кроме того, комиссия оценила, в каких условиях дети отдыхают, осмотрела корпуса, зоны рекреации. В каждом лагере есть свои замечания, которые нужно в ближайшее время устранить. Это начиная от самого сотрудника, его документов, его оснащения, его инструктаж. Там, не говорю, все это плохо, но в любом случае замечания есть, их надо устранять. По результатам проверки члены комиссии составили акт, где указали все выявленные замечания. Их руководителям лагерей необходимо будет устранить в кратчайшие сроки. Сами ребята отдыхом довольны, много времени проводят на свежем воздухе. Мне нравится аквапарк, открытый бассейн. Пейнтбол, лазертаг. Мне спортивное все нравится. Да. Спортивное. А мне нравится много игр, которые вожат нам придумали. Или администрация какая-нибудь. Экономическая. А мне нравится, как все организовано. Дарья Соснегова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».